Объявления, предупреждающие, что сегодня в Щелкове будет происходить это, были развешаны заранее. Тем не менее, для многих жителей появление над центром города вертолета МЧС стало полной неожиданностью, но вызвало скорее любопытство, нежели тревогу. И совершенно правильно. Винтокрылая машина помогала строителям перинатального центра. На крышу здания требовалось поднять два чиллера – это такие большие установки для кондиционирования воздуха. Еще в мае представители компании «Мортон» обратились к руководству районной администрации с просьбой о помощи, иначе как вертолетом оборудование не поднять. Масса одного чиллера 4,5 тонны не предстается возможным краном или каким-то другой спецтехникой поднять эту установку, потому что большой перинатальный центр не позволяет расставить поблизости кран. Вертолетную площадку оборудовали на берегу Клязьмы, около молодежного центра «Навигатор». Процесс закрепления контейнеров с ценным грузом выполняли сотрудники подрядной организации «Смартстрой». Над рекой вертолет транспортировал чиллеры к перинатальному центру. Стоит заметить, что оба пешеходных моста, а также часть улицы Шмидта, на время взлета и посадки перекрывались в целях безопасности, как для автотранспорта, так и для пешеходов. Вертолет сделал два рейса, вся операция прошла успешно и быстро. Взлетные условия были благоприятные, монтаж чиллеров, установок на крышу были смонтированы в полном объеме. Все произошло быстро достаточно, без происшествий. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».